Отделение лыжной секции в 21-й школе готовится к зимнему сезону. Тренировать детей здесь начали 8 лет назад. Кружок был создан по инициативе родителей учащихся. Поддержать ребят в новом учебном сезоне пришел председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов. Он преподнес группе подарок – пару горных лыж премиум-класса. Дети с удовольствием идут заниматься, и все нацелены на конечный результат. Кто-то из родителей, это чтобы ребенок был под присмотром и просто получал физическую нагрузку в нормальном коллективе. А кто-то из родителей вместе с ребенком нацелены на достижение высоких результатов. И таким спортсменам, таким семьям тоже надо помогать. Они нуждаются в различной форме помощи, начиная от инвентаря, заканчивая там возможностью выезжать на определенные сборы, соревнования. Всего в секции занимается 45 детей в возрасте от 8 до 18 лет. Дети ежегодно выезжают на соревнования. В прошлом году один из воспитанников выполнил норматив кандидатов в мастера спорта.